многих возникает в голове именно цирк, ассоциация. Но для меня жонглирование не ограничивается цирком. Можно бросить как бы классические трюки, а можно уже что-то придумать другое с какими-то захватами, с плоскостью, в которой жонглируем, изменять ее. И таким образом получается, что это уже развитие другой какой-то сферы, направления. Можно смотреть на это с точки зрения математики, потому что каждый бросок описывается цифрами. И человек может смотреть и считывать, типа, математику, высчитывать броски и тем самым изучать тоже трюки, но с этой стороны. Работаю я программистом, и, может быть, есть какая-то связь между жонглированием с точки зрения математики и с техническими сферами, но для меня это больше творческая составляющая. Помимо работы есть возможность что-то придумывать, делиться идеями и обсуждать эти идеи, и как бы поднимать их до каких-то творческих номеров, выступлений. Занимаюсь я с 2015 года, получается, можно сказать, 6 лет. На самом деле я 20 часов отжонглировал, заснял видео, похвастался друзьям, и на этом все закончилось. Но через некоторое время пришел вопрос в голову, а как кидать 4-5 предметов? И здесь я начал в интернете смотреть ролики, и мне попались как раз обучающие видео, где даже на трех мячиках делали разнообразные красивые трюки. И меня вот это вот затянуло, захлестнуло, хотелось что-то изучать. Вот, и жонглирование дало мне вот это своим многообразием трюков. И реквизиты, с которыми можно работать. Это мячики, кольца, булавы, шары для контактного жонглирования. Обручи, с обручами тоже можно делать трюки. У нас в России проходят жонглерские конвенции, на которые приезжают участники со всей России и приглашаются гости из-за рубежа. И происходит такой обмен опытом. Люди делятся какими-то своими соображениями, трюками, которые они практикуют. Даже вот на одной из конвенций жонглерских получилось поделиться материалом с другими ребятами. И для меня это было очень таким интересным опытом. И получил какое-то удовольствие от передачи знаний. Начал думать о том, чтобы передавать знания, умения, наверное, в году 2018. Тогда я делал первые попытки, чтобы привлечь людей. Я просто жонглировал на улице, и если видел заинтересованность проходящих, то я пытался их привлечь, показать что-то там на мячиках простенькое, поучить. Наверное, год спустя я уже задумался о том, как бы другими способами собирать людей. Клуб называется «Жонглеры в городе». Есть цель для города Барнаула рассказать как можно большему количеству человек о жонглировании, объединить людей, которым это будет нравиться. Это может быть и в качестве фитнеса упражнения, потому что отвлекаются люди после тренировок, что там не только руки подустали, но также еще ноги. И как бы движение – это жизнь. Я думаю, развились ловкость и скорость реакции, ну просто в жизни даже что-то падает, и хоп, быстро схватил. Жонглирование дает развитие, в принципе, мозга, терпение. Если у нас не получается, мы не бросаем, а пробуем снова и снова, поднимаем реквизит и начинаем повторять еще раз. И сосредоточенность, когда мы в самом процессе можем какие-то лишние мысли откинуть и получить удовольствие от того, что мы делаем, не думать о каких-то сторонних происходящих ситуациях, а быть вот в
центре самого себя и в центре вот этого процесса. Я просто получал удовольствие, кайфую, какое-то внутреннее ощущение такое возникает. Особенно, когда трюк идет в какую-то стабильность, переходит, и ты просто кидаешь, и возникает состояние, что это так немножко автоматически делается, и это очень круто.